Еще о долгах, но о других. Задолженность за газ выросла за прошлый год на 20%. И теперь «Газпром» хочет применить радикальные меры. Например, скорее поставить счетчики. Кстати, предпочитают не платить жители на севере Кавказа. Вот такая интересная деталь. В этом округе «Газпром» – межрегионгаз Пятигорск главный. Компания обеспечивает нужды 6 из 7 регионов. Это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан. На конец октября прошлого года долг 107 миллиардов рублей. Эти суммы сопоставимы с годовыми бюджетами ряда регионов. По федеральному закону счетчики на газ уже должны появиться до 2019 года. Время еще есть в каждой квартире. Сейчас все платят по нормативам. И эти самые нормативы разные даже в рамках одной климатической зоны. «Газпром» предлагает регионам выровнять норму в соответствии с погодой. И в каждый конкретный месяц. И, конечно же, ускорить установку счетчиков, несмотря на то, что времени еще достаточно.